Так что получается, сам могу с часов запускать. Да. Короче, новое блюдце наконец-то. И новая шахта. И вот, вот они. Показываю. Теперь у нас наша гравировка здесь. Ваша гравировка тоже здесь. Тут нет гравировки. То же самое тут. Понимаете, да? Прикольно. Идем дальше. Вода. Идем дальше. Вот это, это когда сильно булькает. Берем, меняем положение, и курение уже диффузорно. Потом опять вот так, и оно сильно булькает, как на классическом кальяне. Круто придумано, наконец-то. И в нашем кальяне. Как это все сделано? Просто о-ринг на конце, а там внутри этого диффузора канавка. Проще просто не придумать. Все. Нет, не все. Самое важное, самое интересное, мы переосмыслили подход к кальянокурению и сделали кальян с шахтой посередине корпуса. Вот. Остановимся поподробнее на блюдце. Оно теперь с загибушками. Загибушки есть по всем четырем сторонам. И уголь, как раньше, никуда не укатится. Если мы вдруг решили его отнести в другую комнату, вот так, уголь всегда будет здесь и не упадет. То есть раньше надо было быть осторожным, а сейчас можно быть менее осторожным. Вот. Вот что мы сегодня будем пробовать. Этот бокс с новым вкусом Dark Side. Waffle Shuffle. Вафля с лимоном, как мы раньше ели в детстве. Будешь? Держи. Значит, вафельки съел. Мне стало чуть полегче. А раз, два. Мы сейчас две забьем в две разные чашки. Покурим на диффузорной и на недиффузорной тяге, на классической. Крепость кор. Сейчас посмотрим, попробуем, похоже ли это на те самые вафли, которые у меня еще в зубах. Это специальная чашка от компании Moon. А еще, чтобы не съезжал коллаут, компания Moon обрабатывает верхний торец, и он становится белым. А потом становится коричневым. Ну, нормально. Хороший выход, креативный, как мы любим. А мы любим рационально, чтобы было креативно и порядочно. Тут, в принципе, все есть. В принципе, можно и без вилки обойтись. Но. Вы же уже представляете, как должна выглядеть вилка от компании NanoSmoke? Ух-ух-ух-ух. Оно не то же самое, второй раз. Врубай. Да похуй. Ладно. То есть, короче, вот здесь на чашечку еще осталось. Кстати, кому мы пойдем на чашечку? Следующий. У нас есть YouTube. И там маленький. Но если вы подпишетесь. У нас будет большой. Я, кстати, этот. Легенда. Битвы кальянщиков. Я вот показываю, как надо забивать пальцем. Чашки готовы? Давай. Чё давай? Кидай. Блять, Лёва. Ну смотри. Давай, давай. Сука, в переносицу ж попаду. Руки готовы. Короче, мы зашуршали пакетами, посмотрели, что там есть еще одна чашка. Я не помню, как она оказалась у меня. Вот она, это чашка Moon. У нас сначала вопрос, это что, для нее нужна шестигранная фольга?
Это был первый вопрос из зала. Дальше. Как на ней сидит коллаут? Нужен ли шестигранный коллаут или ему нужен гайка-переходник? Вот. И качество ок, прикольно. А давайте-ка попробуем. Пробуем соединить коллаут на грани и вот эту чашку. Не очень, не очень. Я бы сказал, так себе. Но если вы курите нормально, когда тут чуть-чуть там что-то торчит, ты как только положил, сразу же листики приклеиваются, и колодка уже никуда не денется. Это мои догадки. Но на что приклеивается? На клей. На B7000? На Nimbus 2000 приклеивается. Короче, вот тут мы горку не сделали, потому что я не люблю курить на горке. И тут колодка с нашей гравировкой, кстати, сразу же приходит в компании на грани с нашей гравировкой. Это очень удобно, когда заказываешь оптом, делать еще сверху свою, ну это, блин, вообще. Но они свою оставляют с другой стороны. Так что пока что мы остановились на колодке на грани, потому что классная колодка. Есть, конечно, другие, у Альфы, например, там дорого. А где недорого? У нас. А где? В магазине. Ссылка в описании. Ну и все, вот. Вот это нормально, она не сваливается, поэтому гораздо прикольнее, если вы без горки курите, смотрите, чтобы бортик на чашке, которую вы свою колодку подбираете, был такой плоский или шершавый. Вот тогда будет нормально. Коллаут вот такой есть из нержавейки, а еще такой коллаут есть из алюминия. Вот у нас из алюминия, потому что он подешевле. Сейчас будем его накидывать. Значит, у нас будет с диффузорной тягой вот такой кальян. Модель называется Ту. Мы на нее все это накидываем. Прям с пустым коллаудом накидываем. Прекрасно. А второй, сейчас мы поменяем. Он будет на прямотоке. Это надо нажать вот так. Это прямотоком можно назвать? Есть диффузор, есть прямоток. Или это чашка, есть... Это просто будет классическая есть тяга. Есть убивашка, есть прямоток. Нет, есть фанал, есть прямоток. Вот. Прямоток это что? Это когда ток идет прямо. Браво. Так, тут тоже вот, все готово, все накинули. Это был каскадер. Вот это молодцы, правильно. Потому что надо все рационально делать. Показали красивую, а достали еще более красивую. А еще эти коллауды приходят вот в такой коробочке. Помните, как iPhone открывался так? Он сейчас так же открывается? Нет. А как? Все, получается. Вот коллауды греются, есть еще из нержавейки, они дольше греются. А опять же, нам лень идти за нашим мундштуком. Вот, кстати, он. Родригес там мосится, у кого-то всякие блогеры, маркером на нем подписывать. На самом деле мы просто забыли, ну, сбегать вниз, а сейчас уже нельзя, сейчас перегрев будет. Будет плохо. Нет, будет хорошо, но типа слишком невкусно. Звук. Так. Вот на этом у нас тяга классическая, потому что диффузор одет на самый верх. Что происходит? Курица громко, есть вибрация, ты ее чувствуешь здесь. Видно, что все пузыри идут из центрального отверстия снизу, сразу же вот так вот равномерными пузырями вниз. Смотрим, что у нас на втором колене. Там диффузорная тяга, то есть чуть вниз приспустили до щелчка. Я люблю так.
А вот так любят 20% людей, чтобы когда куришь, чтобы была вибрация. Но мне не нравится, потому что ты когда там уголечек у тебя там какой-то там на грани лежит, вот такой прям, и ты начинаешь вот так вот курить, начинается вибрация, и все. Вот мы собрали прекрасный комплект, где есть чашка Moon, call-out на грани и самые базовые наши кальяны. Все. И вкусный вафл-шафл.